Сегодня за 24 часа мы должны найти и съесть продукты на все буквы алфавита. Если не получится или не успеем, то нас ждет наказание. Друзья, всем привет! И рада приветствовать вас на канале На Пару. Сегодня у нас очередной челлендж, где мы будем кушать. А если точнее, то мы должны за день съесть продукты на каждую букву алфавита. Также у нас действуют правила, которые немножко усложняют задачу. Первое, мы не можем повторяться в видах продуктов, то есть нельзя съесть Сникерс и Марс. Мы не пьем напитки, кроме смузи и каких-то коктейлей, потому что всякая вода, кока-кола — это нечестно. Также мы не можем ходить в одно и то же место, то есть дважды в KFC прийти я не могу, и не могу пойти два раза в Dixie, каждый раз новое. И четвертое правило, что мы должны доесть все, что купили, неважно пополам, или я все, или Алина, но главное, чтобы пачка осталась пустой. Но если мы не выполним челлендж, то каждый из нас должен пробежать 5 километров. Надо же сбрасывать калории. Друзья, но если вы наберете под этим роликом 20 тысяч лайков, то мы запишем ролик с участием подписчиков. Я проснулась пораньше и иду искать завтрак. Мне надо купить продукты на букву А, Б и В. На самом деле это легко, и на завтрак они тоже отлично подойдут. Например, на А можно купить апельсин, сделать апельсиновый сок, или там ананас, абрикос. С Б тоже просто булочка, банан. Ну и В я сразу придумала, что это будут вафли. Кстати, продукты на завтрак я иду выбирать в магазин «Азбука вкуса». Но в счете мне надо искать продукт на букву А, а «Азбука вкуса». Ну, типа, круто получилось. Конечно, стоит помнить, что надо надевать маски, потому что Б – это безопасность. Блин, потеют очки, когда ты в маске. Ну, как здесь можно выбрать что-то одно? Как все вкусно. Ну что, анбоксинг моих покупок. Вафля 165 рублей, одинокий банан и апельсиновый фреш. Еще есть, конечно, ананас, но я не знаю, влезет мне все это или нет. Ну что, меня ждет очень вкусный завтрак. Начинаем с апельсинового фреша. Ну что, следующий у нас на очереди банан. Не буду есть банан на камеру, а то я знаю, какие будут комментарии. Мне кажется, я уже наелась, но дальше меня ждет просто потрясающая вафля. Это называется «Привет диете». Сколько мне сахара. Но вкусно. Апельсиновый фреш. Мне кажется, у меня больше нет места в желудке. Но надо. И это только начало ролика. Это было очень сытно. Я так наелась. Кстати, у меня есть один маленький лайфхак. Как пить больше воды. Покупайте себе вот такую кружку, наливайте туда воды, можно добавить лимон, малинки, и ходите, попивайте. Ее приятно держать в руке, поэтому вы чаще будете пить воду. Сегодня радует то, что хорошая погода, Алина уже там наелась своих фруктов, дошла до буквы Г, и знаете, ролик на пару был бы не роликом на пару, если бы я не пошел сразу же в Макдак, поскольку мы не можем возвращаться в заведение второй раз, так что я сразу съем гамбургер, и придется искать другие места, где буду кушать, а я других мест не знаю. Макдак в сердечке. А еще, если честно, мне больше еды в голову на Г не пришло. Напишите в комментах, помогите, а то я туплю. Д. Доната. На самом деле, я вообще не люблю гамбургеры, но радует одно то, что он маленький, я легко с ним справлюсь. С гамбургером покончено, это было изи. Я первый раз в жизни заказал пончик в Макдаке. Это, может, кто-то поспорит, что это неправильно, типа у нас они называются пончиками, но мы часто используем английские слова, и донат, даже здесь он назывался донатом. Поэтому засчитывается. Мой ролик, мои правила. Ну-ка, как он выглядит? Неплохо. Пробуем. Очень сладко, но не дурно. Как вы уже поняли, одно из правил сегодня то, что у нас не считаются напитки, кроме смузи. То есть один раз можно какой-то выпить там банановый смузи, виноградный смузи, что угодно. Поэтому я пью сегодня весь день воду, чтобы лишними калориями не забивать живот, потому что есть придется походу очень много. Но завтрак получился неплохой. Пока я тут доделываю ролик, у меня переваривается бургер. Мы дошли до буквы Е, у нас есть ежевичка дома, любим ягоды, и придется съесть всю пачку. На самом деле это не так просто, как кажется, учитывая, что дальше придется есть еще более калорийные вещи. Надеюсь, за время монтажа схемы не замечу. Я уже практически доел, практически доделал ролик и уже на самом деле голодный. Но сегодня это хороший знак. Пока Максим доедает ежевику, я иду дальше искать еду по алфавиту. И следующая у нас на очереди буква Ё. Здесь, конечно, возникли проблемы. Можно, конечно, съесть ежа морского, но его никто не любит, ни я, ни Максим. Точнее, у меня даже аллергия на это. Поэтому мы пропускаем эту букву, и я иду искать продукты на букву Ж, З и И. Здесь будет не так тяжело.
The Zephyr. Я накупила продуктов. У нас получилось наше это желе, на и это ириски. Можно, конечно, было еще икру взять, но слишком дорого, не вкладываемся в бюджет. И на The Zephyr еще были варианты, как запеканка, например, всякие засолы и тому подобное. Но мы ударяемся по сладкому. Ну что, гулять так гулять. У Алины проблема, и мы обсуждали, что надо съедать все. Она купила такую пачку. Я не представляю, кто может съесть за один присест это и это. Кто продает ириски по одной штучке? Никто, конечно. Я прям представляю, как ты с новыми зубами будешь сейчас пачку ирисок есть. Мне нельзя ириски. Я тоже это не буду. Желе съем. Надо думать еще варианты на эти буквы. Ну-ка, пробуем желешечку. Нифига себе, она и жидкая, и при этом твердая. Вкуснее, чем веганский. Я полностью съел, не могу сказать, что это было супер вкусно, но и не отвратительно. Двигаемся дальше. Ну, раз я купила такую большую пачку, я ее буду поедать. Это тоже будешь есть? Блин, здесь 8! Ну вот, это точно меняем. Сейчас пойдем на рынок, найдем что-то получше. Но зефирки будешь сегодня полдня, судя по всему, есть. Вкусно. Пока я буду обедать, у тебя есть время съесть их все штуки. Потому что после этого я еще пару лет не буду их кушать. Тут есть недалеко переоборудованный рынок, там много всяких фудкортов, и Алина вообще предлагала есть икру ложкой. Но надеюсь, мы купим на рынке инжир. Также потом у меня по плану картофель фри. Что-нибудь еще подберем. Я кое-что взял даже из дома. Вам по-любому понравится. Некоторые даже офигеют. В общем, я подхожу к мужчине, говорю: можно мне один инжир? Берите бесплатно. Я говорю: да, я готова заплатить. Говорит: нет, бесплатно. В общем, теперь у меня есть инжир. Слушай. Очень большой такой. Вкусно. Ну что, я доела инжир и теперь запью его прекрасным йогуртом. Я, кстати, забыл, что в алфавите есть буква Е. Я уже собирался идти дальше. Картошечка. Это не ты, когда голоден. Картошка — это вообще изи. У нас самая сложная была буква Л, и я из дома взял лимон. Я хочу видеть, грызешь лимон. Мы не взяли нож. Класс. Чувствуешь себя немножко первобытным человеком? Дебилом чувствую. Он так чистится хорошо. Никогда не знала. Я уже дочистил. Просто красавчик. Ты уже можешь его не кушать, я уже тобой горжусь. Алина не верит в это дело, но это лимон полный. У меня искривилось лицо сейчас. Кстати, сейчас ходит коронавирус, полезно укреплять организм. Может, не будешь все есть? Алина просит, чтобы я все не ел. Я серьезно говорю, я люблю лимоны. Мы с бабушкой, бабушка так же делает, моя. Ну, не прям целиком. Мы пополам обычно едим. Но я вырос уже делать. Хоть коровик сахарочком посыпать или не забывать было развести. Ну, ты суровый. Ребят, мне кажется, за это уж точно стоит поставить лайк. Просто аплодисменты, аплодисменты. А теперь ты можешь все это запить милкшейком. После лимона милкшейк, конечно, заходит хорошо. Все-таки это не напиток, это как смузи. Это уже из еды, согласна? Лимон, милкшейк и ножки куриные. Максим, твой желудок, как у него дела? Не чувствует. Я хоть их и съел, но честно, по сравнению с крыльями ни о чем. A few moments later. Ну что, мы опять сходили в магазин. Следующее у нас на очереди. Но самое важное — другой магазин. Мы не ходим в одно и то же место. Мы уже вошли все магазины вокруг дома. У нас огурцы. Я это съем легко. Пожалуйста, я не против. Пока ты будешь поедать огурцы, у нас на очереди буква ОП. Да? Это в монтаж, пожалуйста. ОП. Я буду поедать детское печенье. Ну, мне подходит. Дальше я решил сделать комбо. Это рис, рыба. И в сумме роллы на R идеально. Короче, максимальная буква R. Я взял самый маленький, потому что на самом деле я вообще не голодный, но есть надо. Надо уложиться за сегодня. Мне кажется, во мне до сих пор вафли, и вот здесь зефир где-то последний. На S олени сыр. Я не представляю, как можно съесть такую головку и сыр. Это еще вонючий. И творожочек. Кстати, это тоже тебе. Что-то мне кажется, вот эта задача будет не такой простой, как даже лимон. Вкусная хотя бы? Угу. Ну, очень много. Угу. Бабушка сейчас смотрит этот ролик и такая: мои огурчики он так не ел. Угу. У меня свои есть вообще. Это какие-то заморские немецкие дети здесь сидит. У меня складывается впечатление, что я весь день ем. Или ищу еду. Два моих состояния. Но печенье, кстати, вкусное, детское. Советую. Это было плохой идеей, от соленых огурцов не разбоялся живот, но остался последний. Алина предложила сделать русский ролл, да. Берется роленька, берется огурец и вот так вот типа. Блин, слушай, это очень пошло. Приятного аппетита.
Нормально. Кстати, мы эти роллы купили в Перекрестке, никогда не пробовала, стоили 139 рублей. Интересно даже. Выглядит нормально. Немножко суховато. Ну, здесь просто рыба и рис. Но рис уже затвердевший такой немножко. Ну, за 139 рублей, мне кажется, нормально. Да, но это я изи съем. На самом деле, кажется, что маленькие порции, но тут немножко, я уже к обеду очень хочу спать. Меня прям клонит сон, надо передохнуть. Не знаю, что Максим гонит на сыр с плесенью, я его просто обожаю. Сейчас нарежу и буду наслаждаться. К нему бы еще какого-то винишка. Было бы вообще супер. Я тут придумала супер блюдо. Берете детское печенье, сверху кусочек сыра. О, бутерброд готов и очень вкусно. Просто шеф-повар Алина в деле. Блин, мы только на букве С, а я уже не могу видеть еду. Все, с завтрашнего дня точно на диете. Наш марафон еды продолжается. Следующая на очереди у нас буква Т. И я буду сейчас есть творог. Ну хотя бы это полезно, уже хорошо. Кстати, раньше я вообще не любила творог и не могла вообще съесть даже ложкой, а сейчас целую пачку. Да я не съешь. Потому что мне поможешь? Нет. На самом деле, если показывать, как мы полностью едим каждый продукт, этот ролик будет, наверное, на час точно. Мы честно доедаем, вы видели, я даже лимон полностью сожрал, но уж после этого так точно. Алина вон сидит, давится творогом без какой-то даже приправы, соуса, варенья. Потому что это не по букве. По порядку, я честная. Есть один минус, то что на улице темнеет рано, но на самом деле сейчас не так поздно, как казалось бы, 6 вечера. Я немножко еще пересижу, и у меня есть идея заказать хот-доги. Короче, дальше по алфавиту уже продумано. Think about it. Мы здесь решили немножко передохнуть. Я рисую картину, мы смотрели стрелу. Максим сейчас заказывает еду на букву У. У нас будет что? Утка для утки. И дальше у нас по списку идет... Хот-доги. Да, Максим весь день ждал этого. У нас дальше буква У. Я предложил Алине купить утиный паштет. Она не то случайно на купила. На кассе оказалась фиаско. Самая интересная часть? Вкусно. Фу, вот это самое. Я лучше еще лимон бы съел. Мне начинает нравиться этот ролик, потому что на F у меня фисташки. Здесь маленькая пачка. Вы знаете, они как семечки, а стоят как золото. Поэтому сейчас пойду это съем. Фисташки. Изи. У всех свои вечера. Я лично с пацанами отрываюсь в GTA Online, и мне как раз пришла доставочка. На букву Х. Блин, здесь меня спалили, походу это уже спойлеры. У нас тут недалеко открыли ноунейм хот-догную, наверное, называется. Там такие невкусные. Это самое вкусное, что я сегодня ел по-любому. Я прям ждал этого момента целый день. Будем честны, ради этого момента и планировался ролик. Это было просто офигенно. Пока играл с пацанами, проголодался, и на букву С у нас Цезарь. О, кайфули. Здоровое питание, приятного аппетита. Это самое сексуальное, что ты видела. На самом деле, я вообще хотел сыр чечил, но у нас сыр сегодня был. В итоге придется жать чуп-чуп. Следующий у нас на очереди буква Ш. И у нас будет шоколад. Я предлагал поменяться, чтобы Алину пососал, но она не поддержала. Кстати, очень вкусно. Мне привозит мама Максима с Лондона. С любовью. Это зуб? Надеюсь, нет. Кстати, забавный факт. Я сегодня между магазинами находила 9 километров, вы понимаете? Прошла 13 тысяч шагов. То есть еще и сбросила что-то, а не только наела. Ну, хоть что-то радует. Уже поздний вечер, у нас финишная прямая. Осталось 3 продукта всего лишь. Первое, это эклерчик. Боже, я уже не могу есть. Хотя не, он вкусный. А можно я попробую? А? Нормально. Как оказалось, с едой на букву Ю тоже большие проблемы. Сначала мы думали вообще ничего не покупать, ну потому что ну нечего. Но тут я вспомнила про юбилейное. Конечно, это тоже печенье, но называется на букву Ю. Чтобы вы понимали, сейчас время практически 12 часов ночи, и я ем печенье юбилейное. Последнее на сегодня яблочко. Мы закончили алфавит, осталось всего-то съесть вот это. Это я даже с радостью, потому что хоть что-то полезное. Респект тем, кто в нас верил. Я лично сам сомневался, но мы смогли. Сладкий вкус победы. Ну что ж, друзья, челлендж пройден. Нам не придется выполнять наказание. Это меня однозначно радует. Но кушать я больше не хочу. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видосики. Ставьте лайки, чтобы поучаствовать в нем. И как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока, стена и правда офигенная.